Участники экологического совета обсудили ряд вопросов, в том числе и обращение граждан. Так, жители поселка Дачный несколько раз обращались в экосовет с жалобами на загрязнение воздуха промышленными предприятиями. Сейчас этот вопрос решается на уровне региона. Первомайский район, по данным стационарного метеопоста, периодически подвергается загрязнению атмосферного воздуха. Последнее, то, что нас обеспокоило, это вопрос с формальдегидом, который там стал в этом году. Значит, появляться превышение норматива стали появляться ночью. Сейчас по этому факту региональное ведомство проводит проверку. И еще на заседании обсудили ход работ по экологической реабилитации Черного озера. Региональное ведомство еще несколько лет назад разработало ряд мер по его восстановлению, но на них требуются средства. Была предусмотрена расчистка двух протоков, которым бы соединяли Черное озеро с Куйбышевским водохранилищем и рекой Большой Черемшан. Участники заседания пришли к выводу, что Димитровграду необходим зеленый пояс. Лесные насаждения нужно не только сохранять, но и приумножать. Татьяна Балванева, Юлия Пак. Наше время.